Так, ну що? Нова гра. Ой. It was just really weird. So some stuff fell over. Так, если не ошибаюсь, мне нужно найти ключ. Вот он. И все, наверное. Как оно называется? Сорни! Это футболки? Я помню, тут где-то монетки должны быть, но мне настолько покер, что я на этот раз брать не буду. Мы пройдем на обычную концовку. В сортир нельзя зайти. Так, все, поехали на работу. Дождик. Дождик — это хорошо. Ба-дам! Ну что ж, тогда начнем. Jesus! А? Что? Кто? Закрыли? Привет, ребята. Нужна помощь, кто-то снаружи. Оставайся спокойной. Я знаю, ты напугана. Я скоро открою двери. Нам нужно начинать прямо сейчас. Извини. До сегодняшнего утра я не знал. Оно привязано к тебе. Я не знал, что... Possession? Как possession переводится? Одержимость? По-моему, одержимость. Я не знал, что одержимость уже началась. Тебе нужно серьезно к этому отнестись и действовать быстро. Я просто уеду. Я не могу позволить тебе уехать. Или другим. Это слишком опасно. Что мне делать? Большинство тел сегодня нормальные, окей? Короче, делай то, что делала. Как обычный день. Просто оставайся сфокусированной. Все, что надо, на столе. Я потом перезвоню. Окей. Ну что ж, господа. Я завтра увольняюсь. Что вообще за бред? Извините, это супер непрофессионально. Если так вы новых сотрудников принимаете, я не хочу на вас работать. Не смешно! Ребят, тебе не нужно мне верить. Надеюсь, ты поверишь, прежде чем станет поздно. Нам нужно... Banish the demon. Как это? Изгнать демона, пока не стало поздно. Для этого тебе нужно будет узнать имя демона, привязать его к телу и сжечь. Знаю, это сложно. Я хотел сделать больше. Тра-та-та. У меня ушли годы, чтобы научиться. У тебя есть часы. Да-да-да. Я записал кучу разных кассет. Я больше звонить не буду. Чем угодно можно манипулировать. Слушай кассеты, узнай имя демона, сожги тело. Самое важное здесь. Удачи. Извини, что это с тобой случилось. Это безумие. Ну, окей. Ой, я не буду это все читать. Я понимаю, что там какой-то крутой сюжет. Мне нужен ключ от этого шкафчика. Я даже не уверен, где. Я вижу, что кассеты, вот это вот все дела. Да.
information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. Ooh. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. На кошке часто кто-то будет. О, я помню это дерьмо собачье. Так, ладно. Спасибо, Жбу. Спасибо, Букашка. Так, ну и вопрос, кто у нас сегодня будет? У нас будет Милкмен. Так, первый, кто у нас идет, это Эзмеральда Армстронг. Бабушка или не очень? По-моему, не очень. Это Данте! Пацаны, он... Ладно. Да закрывайся. Наномашины, сынок. Подожди, это Райден. Я не помню, Райден серые волосы? Да, с грудью, конечно, что-то не то, но... Данте с бубами. Ну слухай, в интернете не такое есть. Окей. Ну шо, проверяем. О, что-то есть. Окей. Этого я не помню. Этого я не помню. А, привет, окей. Новая работа. Не, работаем дальше. Это не так уж страшно. Фу! Фу, Данте, что с ногами? Ачивка, я не боюсь привидений. Вуман. Чисто. Я шаги слышу, прикольно. Ночь только началась. Так, вот еще. Все. Хорошо. Теперь задача вбить это в компьютер. Имя Эзмеральда Армстронг. Возраст 67. На голове кератолисис. Сыпь на правой руке. На правой ноге хемангиома. Хемангиома. Знакомое слово, к сожалению, я даже не знаю, что это такое. Вот доктора Лейтса не хватает очень сильно. Все, да? Продержите 6 часов. Не-не-не-не. Тут просто надо обработать 3 тела и найти демона. Все. Никаких 6 часов. I need to file the copy up front. Так, и мне теперь нужно отнести... Я дверь не закрывал! Я дверь не закрывал! Time to embalm. Не, я на самом деле могу сейчас взять и поехать. Баллистика. Баллистика. Эй! Подожди, стоп. Или это Мономакс был? Это был Мономакс. Сука! Случайная труба. На! Так, что мы делаем? Бу-бу-бу-бу-бу. Раз. Два. Три. Что у нас еще надо? Четыре. Пять. Шесть. Начнем с... Я двери не закрывал. Так, поехали. Ой, боже. Пацаны, если что, вы ничего не слышали. О, боже. There we go. Ой-ой. I can't use that here. Боже, какая прелесть. All right. Что мы делаем? Смешайте, пожалуйста, для промывки херню. Там кто-то ныл. Там кто-то ныл, блед. Так, для промывки херню. Нам нужен... Хумектант, правильно. Нам нужен формальдегид. Не шуми.
Ты кто? Twisted Herbals. Окей. Формальдегид мы добавили. Дальше. Лютерайт и Хайт. Норм бит. Я помню, надо добавить реагент, по-моему. И метанол. Где нам метанол найти? Реагент. И метанол. Это что? Это метанол? Это метанол. Окей, теперь нам нужны трубки. Это не то. Естественно, естественно. Там кто-то ржет. I can't use that here. Так, ну что, давай промывать. Борщ. Красота. И нам еще нужно вот эта вот шняга, насколько я помню. Нам нужно с помощью вот этой херни найти имя демона. Если где-то оно загорится, то это хорошо. Т с загогулиной. Двойная Т. Что-то новенькое. Этого никогда не видел. Так, хорошо, у нас Т с загогулиной. Поехали. Хорошо, следующее мы зашиваем. Так, дальше нам нужно эмбалм сделать. Вот это вот говно. Да, да. И поехали. Так, хорошо, что мы делаем дальше? Микс, клинерс. Ага, нам нужно очиститель, который у нас в подсобке, по-моему. Это я не особо помню. Ясно, привет. 1970. Окей. Никого. 1970. Все, наполнили, хорошо. Что, труба сломалась? Мне кажется, уже. Я не закрывал эту дверь. Так, дальше нам мойстурайзер применить. Увлажнить. Женщина, вы кто? Что вы делаете в моей ванной? I can't use that here. Так, и после этого... Там что-то было? Показалось. Там ничего не было. То мне уже... I can't то мне уже мерещится. О, свеженькие. Right. Так, хорошо. Ну что, поехали. Армстронг, да, это она. Опа. Отлично. Уи. Следующий у нас Николь Хансон. О май. Оу май. Я бы мог пошутить, но я не буду шутить. Призрак, отстань! Мне не интересно. Уф. Так, ну что, давай обследовать. Оу май факин гад. Призрак, ты бис. Реально, тут работы может быть много. Так, ножки, все хорошо. Так, спинка. Отлично. Так, у тебя на щеке что-то.
Здесь, по-моему, больше ничего. О, там что было? Или я уже его отметил? Отметил, скорее всего, да. Так, руки. Ручки, ручки, ручки. Да, сыпь. Все, вносим в базу. Так, Эсмеральда Армстронг есть. Николь Хансен. 73 года. На голове контужен. Сыпь на левом плече. На правой... Призрак, отстань. На правой руке кератолизис. Замечательно. На левой руке тоже. Раз, два, три, четыре. Еще что-то должно быть. На правом, на левом плече. Сука. На левом плече сыпь. Я уже отметил. Руки отметил. Правое плечо не отметил, да? Есть, отметил. Все? Да. Уф. Окей. Замечательно. А, нам еще в базу надо зайти. Окей. Окей, отнесем пока что. Я, наверное, сразу возьму эту хрень. И будем еще смотреть. Может, еще один знак появился. Нет, пока нет. Так, хорошо. И дальше мы тогда приступаем. Оу. Три за королючкой. Это японская буква РО почти что. Так, хорошо. Что мы делаем? Да, вот это. Раз, два, шесть. Вроде все. Ой, какая апрель. Ой. Туда пришел? Я там немножко занят. Ик. There we go. Yes. Шпок, right. Шпок. Дальше. Вот этот желтый цвет, это значит, что начинается какой-то ивент. Мне это супер не нравится. Начинаем промывку. Пролезно. Да, пока мы это делаем, нам нужно еще... ...86-00-81. Так, хорошо, промыли. Дальше отсоединяем. Зашиваем. Теперь эмбалминг. Блин, надо найти перевод, как оно переводится правильно. Блин, что у меня загружено? А, мне нужно заполнить сначала, ну да. Так, и все? Мне этого хватит? Ой, ой, какая прелесть. Ой, телефончик звонит. Hello? I need to report a missing person. Мне нужно зарепортить пропавшего человека. Her name is Rebecca. Ее зовут Ребекка. She's 14. Ей 14. She has a drug problem. I don't know. She was here at the house. Slit your wrist. I understand that. I need you to check them. Ай, что, ребёнка, комментариев не будет? Тебе только что позвонил твой мёртвый батя, который сказал, что у него там дочка пропала 14 лет. И он её ищет. Нет. Ну да, логично. All in a day's work. Так, мне нужно теперь... что мне нужно?
Опять в ванную бежать. Пока мы бежим в ванную, мы можем взять опять эту карточку. Ту-ту-ту. Дверь открыта. Ту-ту-ту. Какая прелесть. Hello? I need to report a missing person. У нее проблемы с наркотой. Почти 14 лет? Серьезно? Ребекка в своей блевотине лежит. Это Батяня. Все хорошо, не волнуйся, я здесь. Я тебя отсюда вытащу. Эй, я ее нашел, она там. Бедный батя. Бедный батя. Помер ни за что. Да. Ну шо ж, назад к работе. Так. Я слышал только что какой-то звук нехороший. Ты не двигалась? Промываем. И пока оно промывается, мы можем посмотреть по базе данных. Вот это. Имена демонов. Нас интересует вот этот значок и вот этот значок. Здесь такого нету. Можно, чтобы... Так же нормально, как и в обучении. Так же нормально, что ты имеешь в виду так же нормально? Во-во-во, это похоже уже на то. Это похоже на то, что нам надо. Или массет, или... Так, три с завитушкой и Т. И тут такого нету. Значит, это массет. То есть мы уже можем выставить, да? Q... Три с завитушкой, Т и три по диагонали. Так, Q. Завитушкой, Т и три по диагонали. Все, если не ошибаюсь, это оно. Дальше, мойщурайзер. Рома, разыграешь игру в конце? Если вам игра нравится, то может быть. Я не против. Ну, я не знаю, когда конец будет. Опять началось какое-то говно. Ты что делаешь, дура? Дура, успокойся. Фуф. Игра для всей семьи, да не говори. По-моему, опять что-то начал. Что-то ты уже второй раз. Хоть у нас все бабы. Точнее, все девушки, извините. Я неправильно выразился. Люблю голых бабушек. Ну-ну. Woman moment, да. Так, и ты у нас сегодня самая активная была. Ты у нас уже два раза этим самым своей решеткой гремела. Точнее, не решетка, а этой самой. Ну давай. Кто-то из вот этих троих — это демон. Одержимый демоном. Нам нужно определить, кто именно. Можем посмотреть на ноги. Это редко срабатывает, но если ноги вдруг шевельнутся, это значит, что тут демон. Я не думаю, что это бабка. Хотя, слухай, тут может быть абсолютно все, что... Это она!
если демонические символы на этом самом, на теле, это точно она. У нее... Что у тебя во рту? Что у тебя... Что у тебя тут? О, господи. О, господи. Она еще и лыбится. Не, ну точно она. Точно она. Так, хорошо. Нам нужно еще все-таки быстренько... Хватит греметь. Следующее, что мы делаем, это бить базу данных, точно. Правая нога контужен. Все. Выпьем, Рекстер, твое здоровье. Так, пока мы бегаем... Так, у нас еще есть бумажка. Замечательно. Что, прямо здесь? Оу. Нет. Где? Где? Оба! Тройка по диагонали. Мы правильно угадали. Это вот этот вот демон, Масет. Рука. А что рука? А что рука? А что рука? Рука двигалась? Бля, или где? Можно? Знак на руке. Ну, вот это вот, да. Знак на руке. Это не тот знак. Это не тот знак. Знак вот здесь. Знак должен умереть. Мне это не нравится, я этого не помню. Ты демон или главный чертила, определись. Так, ладно. Рома немножко скукожился. Так, что у нас дальше? У нас дальше... Ага. Занимаемся рожей. Фуф. У Влада сижу. Как там, Влад? Побеждает? А следующее, что нам надо сделать, это смешать. Ага. Главное смешать. Как всегда. Уже даже пару монстрюков увидели. Да ты... Стоп! А кто на этот раз стучит? Ха-ха-ха! Там некому стучать, я ж тебя забрал оттуда! Ха-ха-ха! Тупая игра. Я надеюсь, на меня сейчас никакая хуйня не выпрыгнет. Борщ! О! Началось, а! Откуда звук? Кто на меня сейчас будет прыгать? Сок помидоровый. Так, ладно. Хватит тут шуметь. Спасибо. Так, дальше нам нужно промыть Не-не, нам нужно заполнить полость, так сказать. Ну что, господа. Оу. Я не взял... Трокар есть? Я не могу использовать это здесь. А-а-а! Игру делали. I can't use that here. There we go. Бабка стала замерзла. Так, ну это 100% она. Мы уже определились. Она еще и лыбится. Так, нам нужно теперь нам в ванную нужно теперь идти. Мне кубики видны. Джизус, помоги. Куда весь звук пропал? Не надо! Не надо! Оу!
Оу! Я, по-моему, что-то подобное помню? Хо-хо. Так, если это старая пугалка, по вот этой двери кто-то вверху ползет. Смотрите внимательно. Может, нет. Да, да, это оно. А, наркопритон. Хорошо, я двери закрою, наверное, пока. Я могу их открыть? Могу. Я помню эту ванную. Жизус не помог. О, переозвучку кто-то играет. Так, что мне надо сделать? Мне надо... Взять тубинг на кровати. Кровать. Это кровать? И вот эта кровать. Тубинг. Классный тубинг. Ясно. Дальше. Взять иголку в ванной. Я понял. Чему нас эта игра только учит? Кошмар какой. Взять зажигалку. Где? Найти зажигалку. Ясно. Нашел. Найти ложку на кофейном столике. Нашел. Найти полный мешочек на кухонной тумбочке. Или как оно там? Полный мешочек. Вот это. О, боже. Ты во что там играешь? Ты во что там играешь? О, да. Самое смешное, я не знал, что от нее можно убежать. Уф! 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 Так, хорошо, промывочная машина. Ты в теории... Я в машину в теории могу сесть в любой момент. Так, мы промываем. Дальше у нас мы... Никого? Так. Ну это 100% она. Это вот 200%, что это она. Так, протираем ей лицо. Кладем метку и отвозим, сжигаем нахер. Глаза не открывай, пожалуйста. Оно тебе не надо. И мне тоже. Рома, знак на стене. Тут еще один знак, кстати, должен где-то быть. И мы его сейчас быстренько можем найти. Где? Нет. А! Кью! Кью! Правильно! Правильно! Мы угадали! Там опять кто-то ходит. Так, положить знак. Ты ошибаешься? Ну-ну. Ну-ну, попизди мне тут. Да! Деда вылез! Деда! Посмотрите на этого деда! Класс! Are you sure this is the right one? Поздороваемся? Деда? Куда ты там делся? Так, ну что, господа мои хорошие, господа мои любимые. Сжигаем этого чертилу. Где ты слева и справа? Так, пока что...
До катсцены мы не узнаем, правильно я ее сделал или нет. У меня только... Волтер, сейчас тебе все объясню. После того, как мы узнаем, выиграли мы или нет. Это пока еще ни о чем не говорит. Хотя у меня была ачивка только что пройти игру меньше чем за 45 минут. Вот ты где, хорошо. Это кончено? Никогда не кончено. Но ты выжила. Что? Я могу уйти? Я хочу пойти домой. Можете. Но когда он у тебя найдет, они захотят тебя вернуть. Извини, но это здесь не заканчивается. С теперешнего момента шанс, что это снова повторится, есть. И мне это не надо! Я просто хочу съебаться, что так... Назад пути нет. Годы ушли у меня на изучение всего, что это самое. Это единственное, что мы можем сделать. И нам теперь надо на этой священной войне тратать. Ой. Ну, короче, прикол в том, что... Его преследуют одержимые, теперь нас преследуют одержимые. И теперь до конца своих дней мы должны с этим бороться. Когда я впервые это испытал, мне пришлось сделать выбор. Или я мог бежать, или я мог научиться этому противостоять. Нормальной жизни, ага. Это не жизнь, которую я кому-нибудь хотел бы, но лучше, чем жить в этом страхе. Ты единственный первый человек, который выжил, поэтому я предлагаю тебе работу. Ночная смена, узнай все, что знаю я, и попробуй жить без страха. Я не знаю, что у тебя там сегодня было, но оно будет использовать самое херовое, что у тебя в душе есть, из твоих воспоминаний. Но если типа переживешь это, ты станешь неразрушимой. Я лишь предлагаю инструменты. Я не хочу жить без страха. Без страха! Выбор твой.